А еще одно короткое чудо. Я поднимался на Крустову гора. Еще одно короткое а, одно коротко чудо. А да. сам все <laughs> <laughs> качал на Крустову гора. <laughs> И у, у меня на ноге была, была рана. И uh. на Крокосе има храна. Моя, моя, супруга свидетель. Моя супруга свидетель. Рана не заживала больше месяца. Рана та не о, не се правила повече от месец. Видно организм сильно ослаб. Сигурно организм ами на много. И я только чего только не пробовал, не пробовал. И и как воли не сам пробовал, молился. сам се. И, и елей возлагал. И лей сам се возлагал. И мазь вишневского и антибиотики пил. И, и мазилу и антибиотики. Но ничего не помогало. Но ничто не мне помогало. И я решил, я просто заклеил, она рано текла, я просто заклеил ее герметической повязкой. И тя е, рано то и текла, и я просто сложил к ту там от горы. И, и пошел на Крестова гора И э, да се на гдисы на гору. Там молились. Там се молихме. А, пошел дождь. Започн надавали. А, ливень. А, порой Спускались по крутому такому спуску. Слизахме по ногу стромен под по камням. По камням. Камни были скользкие. Камни ты за Тапочки, ноги пролезали через тапочки. Кроката Краката излезали через чапанки те. То есть практически я спускался босиком. А, Всякая шибосом спускал. Повязка слезла. Uh, и превръзката се откачила. Но чудо было в том, Но чудо -то в това, что рана затянулась. Че раната <laughs> се оправила. И когда я спустился, она, ну, мне, то есть у меня сегодня уже нет повязки. И когда сам се ноги. спуснал, uh, и вече нямам превръзка на крака си. И я могу ходить в туфлях. Я смогу да ходя по... В туфлях. по, по туш затворенные убытки. Да, а раньше к тому месту невозможно было прикоснуться. приди я мог, возможно, до докоснуть его месту. Ну там, если будете смотреть сторис, там я в одном месте говорю, что блажену ноги благовествующих этот мир. А, и как углядят истори там, казвам а, блаженецы краката на проповедовшьте. Поэтому благовествуйте. Зато вам благо, а, бл... И у вас с ногами. Благовествуйте. С ногами никогда не будет проблем. И не надо да иметь проблемы со скраката. Сегодня я представлю. Не что тебе представь. А диакона церкви, диакон на церкве-то, который еще нам послужит, кое-то что не послужи, ложь-то, у, у нас еще есть полчаса, и маме ложь-то полувинт час. Фамилии у них абсолютно болгарская, фамилия это притяг, и абсолютно болгарская. А, когда супруга его зашла ко мне, куда он некого-то супруга влезла примерно? Говорит, я Людмила Козина. И тебя как а звасом Людмила Козина? Говорю, знаешь, что у вас болгарская фамилия? И я скажем, знаете ли, чем это болгарская фамилия? Знаешь, что значит Козина? А знаете ли, каково значило Козина? Как, каково значило Козина? Это шер, шерс. А, това означава козна. Но это вот та шерсть, про которую Иисус Навин говорит. Пусть вот на этой шерсти будет сегодня роса. Она травит. Козина, за которую Иисус Навин казва, а че да има роса по тази козина. Поэтому сегодня нам вот эта шерсть послужит. За того тази козина днешто не послужит. И я верю в то, что на этой шерсти сегодня будет Божья роса. А свярвам, че на тази козина ще има Божья роса. Сергей Козин, давайте Сергей поприветствуем. Сергей Козин, да го поприветствуем. Сергей, приветствую. приветствую. Спасибо. Спасибо за ну, такое представление. Благодаря за такого представления. <свят> Слава Богу, что я могу быть вот сегодня в церкви Божьей, с народом Божьим. Слава на Бога, чем мога да буду в Божьей, это церковь с Божьей и народ. И служить через Слово Божие. И да служить через Божье это Оно Слово. Оно всегда является для, нашей, для нас силой. То винаги и сиявява сила-то за нас, че да живеем и следовать за Христом. И да следовам и Христос. Знаете, да, Сегодня было хорошее прославление. Днес има очень много добра и хваления. Особенно первый гимн вот такой. Особенно первый гимн. Когда сестры, они говорили, что когда заказывали, чтобы Бог возродил в нашем сердце первую любовь. Че Бог да возроди щедрость, первую любовь в наших сердцах, что это и милость. И милость. И созвучно был с тем, потому что я и было размышлял, созвучно со стуба, за кое-то а, сам размышлял. Проповеди, она звучит так: добрые дела. Мислик а, за нечто проповед за добрые дела. В жизни верующего человека. Во в чего то наверное человек. И когда есть в сердце любовь. И куда то имо в сердце это любовь то. Есть щедрость и милость. Имо есть щедрость и милость. Это всегда проявляется в наших делах. Аминь. Половина гисе проявляла в наших делах. Аминь. И ключевой стих, может быть, сегодняшней проповеди, он И ключевой звучит... стих на проповедь. Да, в послании апостола Павла к Ефесянам. То вас послание то на апостол Павел к эфисяне? Во второй главе. Во второй глава. Восьмой, десятый стих. От до 10 стих. Ибо мы, его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Амин. А по неженизме творение создано в Фисус Христос за добрить дела, которые Бог и предназначил для да исполнения. Вера, вера и дела веры это то, что наполняет нашу жизнь а, Вера и дела то та, которая не наполняла живот во Фисус Христос. без другого не может доставить в наше живот. И в посланиях Нового Завета, на Новый Завет, к верующим в церквях, в церкви, апостолы напоминают апостоли об этом. напомнят на, на за тува, вот в втором послании к Коринфянам Павел пишет, во втором послании к Коринфянам Павел пишет, в девятой главе, В девятой главе, Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы, когда, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Только... -да. А, а, Бог и силен да приумножи на вас всякого благо, так что то, като имате всякога и во всичко това, което е достаточно во всяко отношение, да изобилвате во всяко добро дело. То есть Бог готов нам дать в этой жизни все то, то есть Бог и готов для жизни и благочестия. Всичко, э, за живота в Но при этом это. Он возлагает на нас миссию. Но при этом не возлагает миссия. Делать доброе дело для других. Да правим добро дело за другите. Изменяя жизнь вокруг нас. Променяя живота около нас. Бог на нас рассчитывает. Аминь. Бог рассчитывает вверху нас. Амин. И по сути добрые дела являются признаком подлинности вера. И по сущности добрые дела се являют подлинностью на веру. Иаков в своем послании в церкви, к церквям, и Иаков в своем послании к церкви, пишет, ибо пиши, как тело без духа мертво, мертво, так и вера без дел мертва. За что то, как то тело то отделено от мертво, такая вера то отделена от дела мертва. По сути, делая добрые дела, наша вера в Бога оживает. По сущности, правики добрые дела, наша вера в Бог оживява. Потому что если вера, защото, ако вярата, вера это, если не имеет дел, няма делата, она мертва сама по себе. Тя мертва сама по себе си. Аминь. Аминь. И почему важно вообще говори, говорить о добрых делах в жизни верующего человека? И за что важно договорим за добрые дела в живота на верующего человека? Мне кажется, есть три важные причины, которые, может быть, мы напомним сегодня сами себе. Мысли, что мы три важные причины, которые днесь сами себе напомним. Первая причина. Первая причина. Наверное, основная. Наиосновната. К этому нас призывает наш Господь. К этому наш Он только призывает нас. То не сам не призывало. Источник всех наших добрых дел. И, при, и, и пример. И источник и пример за все добрые дела. И ключевой стих об этом говорит, что мы его творение казва, созданы. Че э, сменяю его творение, создатели. На добрые дела. Задобрые дела, Бог предназначил нам исполнять. В какой то Бог от напряжения энергии, чтобы доходим. мы исполняли ему его волю. То есть той искода исполнявами Него вот воля. Вы, э, выполняя добрые дела. Исполнявые какие добрые дела? В послании к Иакову. Э, в послании то к Иакову. Первой главе. Шестнадцатом стихе. Шестнадцати стих письма. Всякое даяние добрые и всякий дар совершенный не сходит свыше Он от отца светов у которого нет изменения и ни тени ни перемен. Всяку дадено добро и всякий совершен дар и от горы и слиза от отца на светлините, у кого-то не имеет изменений или сянка от промяну. То есть Господь казывает, что это источник наших добрых дел. То есть казва, на он нам дает побуждение Дух Святого творить добрые дела. То есть то побуждение то да правим добрые дела. И он является нашим примером. И то есть я являю нашим пример. Я приведу пример из жизни одной из подвижницы, пример чём-то хри... на... которая в христианском мире ее имя звучит как мать Тереза. Мать а, Тереза. На, едно, на една жена, которая майка Тереза. Знаете, да? Она Знаете за, за нее, Да. Она основала, организовала общество сестер милосердия. Она организировала общество на сестрите на милосердие. -то. Деятельность, которая была направлена на создание новых школ, деятельность на которой больше насочена за создание на новые училища, приюты, больницы за бедни и тяжело людей, и тяжко больные хора, независимо от их национальности, независимо от их национальности или вероисповедания. Когда они спросили, Куда как, же вы, помитых? как же вы можете столько важных и добрых дел делать в своей жизни, как вы можете править и толково важные и добрые дела в вашей жизни, вот тебя вот говорила, тем самым я просто выражаю любовь к Иисусу Христу. Составая изразьям любовта к Иисусу Христу. И сказал такие слова. И оказало такие вот думи. Из-за того, что мы не видим Христа. За того, что не Мы не можем выразить ему нашу любовь. Не, не можем тому изразим нашта любовь. Но ближних но всегда можем день. видеть винаги можеш да видишь? Я и по отношению к ним. И по отношению к тях, Поступать так. Да поступаш Как поступали бы по отношению к Христу. Как то ты при поступали по отношению Если к Христу. Если бы видели его. А Амин. Бих, Амин. его Амин. Это очень важно. Това много важно. Именно через нашу любовь к ближнему, через наши дела. Через нашу любовь к близким, а через Наша наши любовь дела. Иисус Христу доявляваме нашата любов к Исус Христос. И Он источник наших добрых дел. И то источник е на И Он хочет, чтобы мы делали доброе дела. И Той иска да правим Но при этом есть интересный стих в послании тоже к Иакову. Има много интересен стих, също в 4 глава, 17 стих. Он говорит так. И то казва така. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Привод есть. Кто разумеет делать добро, и не делает тому грех. Когда мы читаем этот стих, по Когда сути читаем дела, то, то стих? Господь нам говорит, что делать добрые дела это наш, это его заповедь. Господь не казва, что да правим добрые дела и него это заповедь. И если мы не реализуем ее в своей жизни, а ко я реализируем ее в нашей жизни, то мы становимся противниками Богу. Не ста, ставим противницы на Бог. Аминь. Аминь. Вторая причина, почему это важно в нашей Вторая жизни, причина, за что это важно в нашей живот, это прежде всего наши добрые дела являются свидетельством, свидетельством нашей, нашей веры внешнему миру. То вас я вяло свидетельство на наш то вяроком выношнее свят. То есть два стиха я вот привел здесь, да, к Матфею и то второй есть, 2 да? Да, тух два стиха тук. Первое. Матфея пятой главе. Матея, пятая глава. Матфея пятая глава. 16 стих. Так досветит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Аминь. Аминь. И второе послание к Коринфянам, 3 глава. И второе послание к Коринфянам, 3 глава. Второй, третий стих. Второй, третий вы стих. наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собою, что вы письмо Христово. Аминь. Аминь. Бог благ, и Он желает, чтобы его характер... Бог и благ. отражался через детей Его и то ищет некогое характера, да, се отразява через некого детей наш добрые дела через наши добрые дела а, есть такой э, телеведущий и Има жур, журналист в Австралии и журналистов Австралии Натаниэль Бузолич, Бузолич Натаниэль Бузо, Бузолич в одной программе христианской ему задали вопрос во фетнах христианская программа с задали вопрос как вы считаете, какую роль в современном мире э, имеют христиане как смятать и какую роль э, в всем времени Свят им от христиане И он сказал так. И то я сказал така. Сегодня волнуйтесь меньше о том. Днесься, за то, какое место вы занимаете в этом мире. Как во место заимошь в втозы свят И больше о том. И повече за то какое присутствие. Как во присутствие. Попредлагайте другим. Предлагайте на другите. Будьте скромны сердцем, но верны духом. Будете смирени в сердце туси, но верни в духа аминь Амин. И третья причина, которая говорит о том, что о важности доброго в нашем, нашей жизни. И третья причина, которая указывает за важность на в нашей жизни. укрепляет единство церкви. Это укрепляет единство на церкви. Потому что в послании Галатам Понечко Павел, в послании, только гала, галатяне, что в главе говорит. Павел во всей главе стих. В девятый десятый стих. Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, Будьте делать добро всем, а наипаче своим, по вере. То есть Павел говорит, что наши братья и сестры, То которых Павел Бог нам казва, дал в церкви, не является Бог не дал в церкви. Даже да? приоритетом в нашем доброделании. Ты даже требуешь Показывает, что церковь единство, Христова и показывает, что церковь Христова едина. И едина. Да. И тоже интересный стих в послании э, в Евангелии от Иоанна, 13 главе. Интересен стих глава. Заповедь даю вам. 34, долюбите стих. друг друга, как я взлюбил вас. И вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Аминь. Аминь. Я приехал вот э, сюда, был в церкви и а дойдох, э, присутствовал на прекрасном событии, помолвке. Тук в церкви -то и присутствовал на прекрасный Повод, куда еще в церкви -то, на брат и Это всегда радостно, когда создаются семьи из, из людей, которые имеют один дух. Это твое много радостно, когда ты се создавал семейство, то от хора, которые имеют один дух. Поэтому говорим, когда мы о любви, Затова, когато а за между братьями и сестрами, а любви в семье, за любовта между братьями и сестрами в семействе, нужно понимать, что это не только эмоции и чувства. Важно, да разбираме, что это не только эмоции или чувства. -то. Это прежде всего наши дела и поступки. Това са наши дела и поступки которое свидетельствует о нашей любви. Какое-то свидетельство за нашу любовь. Вот мы с моей супругой. Не Людмилу, супруга. Людмила. Уже, уже, перешагнули 40-летний наш как бы, юбилей. Ты мы прискочили на вот, 25 лет назад примерно. 20, 25 години, а когда примерно, мы приняли крещение. приехали к рождению. Покаялись. И... Бог, он по иному показал мне, что мне показал, как да, убить чем. Любить значит делать. Любить да, не убичишь, за вопреки. Означало, да Любить не за, а вопреки. А да обичаш Порой. не за нещо, а вопреки нещо. Понякога. Потому что Бог так нас любит. Понеже Бог не обича така. Три причины очень важные, которые я говорил, да, Три почему причины, важно -то а, вот, для того, чтобы мы делали добрые дела в нашей жизни. Казах, а, э, Но кой, какие что они со добрые важные, дела? Да какие они дела могут в быть в нашей, нашей жизни. жизни? Как вы содобрите дела в нашей жизни? Я взял для размышления достаточно большой отрывок из Евангелия от Матфея. Я взял их за размысел один много главы. Отказ от Евангелия от Матфея. От С 31 глава, стиха. Глава. От 31 стих. Да? Я прочитаю, да? да. Когда же придется на человеческий во славе своей, и все святые ангелы с ним, тогда сядет на престол славы своей, и соберутся пред ним все народы, и отделят одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую, тогда скажет царь, тем, которые по правую сторону его придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ: Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим, и напоили, когда мы вели тебя странником и приняли, или ногим, и одели, когда мы вели тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе. И царь скажет им в ответ: Истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня проклятые в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелом его, ибо я алкал, и вы не дали мне есть, жазл, и вы не напоили меня. Был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, был болен в темнице, и не посетили меня. Тогда они скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчим, или жаждущим, или странником, или ногим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, тогда скажут им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойду они в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Аминь. 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 То есть я скажу, братья и сестры, сестры, где бы вы хотели стоять, на какой стороне? Где бы ты искали на да, амин. Амин. Ну, здесь э, э, нам слово Евангельское говорит, что царство готово тем. Но тут Евангельское. Э, евангельско то делает добрые дела. Казва, э, что делает добрые дела? То, за кое-то праведно-добрите дела? Говорит добрые дела. Творит э, праведно-добрите дела? Говорят, что рай – это то место, где тебя ждут. Казывается, рай – место, то, это место, только где тебя ждут. В тридцать пятом по тридцатом стихе Иисус говорит. В тридцать и тридцать шесть Какие же сказало, дела он ждет от своих последователей? Какие дела Иисус чака от своих последователей? Ты со са само шесть. Первые. Я алкал и выдали мне есть. За что ты у голоднях именно храни их Просто можно накормить человек, который нуждается. Можешь просто донакранишь, да чтобы какой-то не нуждается. А духовный смысл этого призыва? Но в духовный смысл на то же призыв. Утолить голод по слову Божьему. Да утолите глота за рабочего ближнего того, кто с тобой рядом, словами надежды. Да нахраните близкие си э, с думите на надежда то. Иисус, когда был искушаем в пустыне. Иисус, когда был искушаем в пустыне то. По течении 40 дней написано он взалкал. По истечении то на 40 дней э, пишет, что И приступил к нему искуситель и сказал: если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сделались хлебами. И то я сказал, э, Ако си Божи син, заповядай тия камъни да станат хлябове. Он же сказал им ответ. И той е казал в отговор. Написано, не хлебом одним будь же человек. Не само с хлеб ще живее словом, човек. Словом, исходящим из уст Божиих. Но със всяко слово, който излиза от Божиите уста. Амин. Знаете, в нашей церкви, там в Нижнем Новгороде, в России. В нашата церкви, в Нижний Новгород, в Руссии. Мы каждую субботу. всяка събота В течение всего года. В течение на целого года. Проводим благотворительную трапезу. Провеждаем благотворительную вечеря. То есть наши сестры готовят. То есть наши в сестры готовят. Еду. Мы приезжаем какой-то из районов. Слагаем его в контейнере, утимаем его в некую то в расклеиваем приглашение. слагаем объявление на Чтобы пришли все нуждающиеся. Чтобы столы. Не слагаем И кормим всех, кто нуждается. И храним всички, кто себя нуждает. Но, при, но в начале этого, этой трапезы но в начале у нас на всегда трапеза, есть пять минут, чтобы сказать 5 минут, Слово Божие. Да кажем то Слово. Мы всегда об этом говорим. Винаги говорим за два. Очень коротко, короткое слово из Евангелия, Но из Библии. кратко дума от Евангелия, тут Библии это. Там что скажет, если не мы? Кое что им кажи, а не не. И всем нужда, и всем, кто желает, отдаем Евангелие, Библию. И на все, что это искат, не раздаваем Евангелие, это Библия. Это, это очень важно. И твоем много важно. Вторая, вторая категория дел, я жаждал, и вы напоили меня. Вторая категория дел, а с уже днях и меня напоихте. В нашем мире люди жаждут, жаждут мира, согласие. Свят хората желает Прощение, мир, согласие, то прошло, благословение, прошло, благословение, хорошего отношения. Добро отношение. От Матфея в пятой главе в Нагорной проповеди. Матфей пятая глава в Нагорной проповеди. Девятый стихе. Проповед, Бог 9 говорит, стих, Бог миротворцы, ибо они будут наречены, наречены сынами Божьими. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны миротворцы, за что то те, что сенарикат Божьи сыновы. Мы должны нести мир мир в отношении. Не треба да мир, мир в отношении. Мир это. прощения и благословения. Мирная на на благословение. Приведу небольшой пример из жизни одного подвижника христианского Антони Суржского. А что тебе приведу пример от живота на один? Э, Он служил в православной Антони церкви Сурский, в Англии. То есть служил в православной церкви в 70-е годы нашего столетия. Англия при 70-е годы. Это была эпоха хиппи. Э, да, да эпоха пред, хиппи, рок-музыки. да, в то столетие, да. И а, он часто просто выходил на улицу часто на в простом банка, одеянии монаха просто, просто дрехи, и разговаривал с людьми, мунах, с молодежью. И, говорил с хората, с молодежью. и одной из конференций мы спросили, митрополит, вы так владыка, и на, имеет большой сан, и на одна от конференций а просто спитали, ходите по улицам беседы а с людьми. Много Почему? И, и он запитали, за что излиза по и И то много важней думи. Иногда малые капли сердечности. малку капля сердечности. Одна топла дума. Один внимательный жест. Один внимательный жест. Могут преобразить человека. Преобразить Могу человека. Преобразит человека. Аминь. 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 Третья категория дела я был странником, и вы приняли меня. Третья категория на делата. Странник бях и ме прибрахте. Принять человека, мне кажется, очень важный э, такой наш поступок в жизни. Да приемешь человек. Потому мы разные. И много важно поступка в нашей жизни. Иногда живот. приходят к нам Подлижи люди. Понижись, мы много различные. По некоторым идут как весь свой молби. Но нам бывает некогда. Но не по некому гоняем мы время. Семья, дети, работа. Семейство то работа. Может быть неудобное время для нас. Может быть неудобное время за нас. Но Бог хочет, чтобы мы, были, чтобы мы, всегда были готовы принять человека. Но Бог иска виноги, да Пример, Евангелия, да человека. Пример вот от Евангелия. Брат это. сегодня говорил. Брат не когда Никодим куда пришел не к Иисусу. Это что Иисус, Это было неудобно. Не было удобно. Но Иисус его принял. Иисус и, и сказал, наверное, очень самые важные слова. И оказал, для может быть, много думи за человека, какой-то сородение от духа. Аминь. Амин. Четвертое. Я был нак, и вы одели меня. Четвертое. Голубях имею блякухте. Вы отдали свою одежду. Дадухте мне свои эти Не осудили меня. Не имею осудихте. Защитили, защитили меня от дурных слов и плохого отношения. Защитихте меня от лошади думи и лошади когда, когда, мы оголяемся, когда перед не, злой силой. А, голи перед злата сила. Когда слабить наша вера. Тогава е слаба наша вера. И едва, два, примера из Евангелия. И два примера от Евангелия то. Гадаринский безноватый. Он был наг. Гадаринский безноват. Да, он, 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 пугал людей, он кричал. Обладан. Да, да. Но когда Иисус изгнал... Это а когда... и был гол. Гол, да. И когда Иисус исцелил его, и когда, Иисус когда исцелил, легион бесов из него вышли, когда миллион бесов вышли из него, и увидели, хората, и видели, что он был спокоен, что я был спокоен одет, и сидел у ног Иисуса. И стоял пред носите Иисуса. Или второй пример, женщина взята при любодеянии. И второй пример, жената взята при любодеянии. Когда религиозные люди когда религиозные призывали ее забить камнями. Призывали э, при, при, хора да камни по нее. Иисус ее закрыл. Иисус ее и затворил. И сказал, иди больше не греши. И сказал, ворви и повече не, не согрешавай. Пятое. Был болен, и вы посетили меня. А, авт... Пятое. Болен бях, и мы посетихте. Когда мы болеем, мы Колко всегда одни. Болни, мы одни с своим недугом. Сами с болест. Но Бог говорит нам, что, не что мы можем посетить человека, когда он болен? Можем помолиться можем ним, человека, когда то и болен, да? Се помолимся с него. Сказать, что ты не один. Нам укажешь. Знаете, че не си раньше сам? я служил в миссии Гедеон. такой была миссия, может сейчас она существует а, в России раньше, раньше в... это было в миссиях... свободно. Гедеон. 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 Миссия. Как судья. Гедеон. И тогда мы раздавали Евангелие. Евангелие. было. Они были такого небольшого формата, знаете, били как формат, типа. Может, да и, в, да, э, и нам возможно -а. было ходить в, э, в больницы. Было возможно да больнице. Дома престарелых. В, э, Домове на хора. Когда мы приходили в больницы, было очень много людей, Гато которые были в одни. Больнице, э, и вот это сами. Слово Божие, молитва, или доброе слово, слово, очень помогало. Добра, добра много помогала. Аминь. Аминь. И шестое. В темнице был, и вы пришли ко мне. И шестое. В темнице бях, и мы сподихте. Пришли ко мне, не забыли, сподихте, не меня. ты Когда я был в темнице ошибок, на и Это вас в бывает на нашей жизни. Живот. Это было... в наше живот. Это бывает, когда <coughs> мы забыли про Бога, за Бог, и допускаем ошибки. И допускаем грешки. У нас, в нашей церкви, небольшой церкви, мы содержим центр в нашу церковь э, имеем малок центр за реабилитационный центр за Мы его, мы его построили. Рекабилитационный центр за наркозависимыми. Э, Не смогу построили. В этом году заканчиваем отдельное здание. И представьте, в эти годы мы завершаем отдельно склада корпус для женщин. И малое мужский корпус за... для, и за... жен... для женщин. Для женщин, для женитьи, отдельно. отдельно да. И за женитьи отдельно. Да. И очень много людей, которые много попадают хора, туда, они находятся в темнице греха. Които темнице на мы можем на дать им надежду. На греха, можем дать может, им, им возможность, надежда, им возможность увидеть свет. Ибо Бог есть свет. свет, и, Бог ес свет и в нем нет никакой тьмы. И в него нема никакого темнина. Господь э, призывает нас делать добрые дела. Господь э, он, не призывает да правим добрые дела. То источник на наши добрые дела. И хотел бы я закончить. И пехискал до да, приключья. Да, одним призывом. С призыв. Который будет и призыв, и обетование в нашу жизнь Кое-то что тебе и призыв, и Это обетование за наши живот. Это в Соломе третьем шестом. Твое письмо в тридцать и стих. По болгарской ТБ 27 стих. Да, говорится: уклоняйся от зла. Отклоняйся от зла. И делай добро. И ворчи добро. И будь жить вовек. И что имеешь вечную жизнь, что? Амин. Амин. Спасибо большое. Чудесное слово, осталось только его исполнить. А для этого нужно что делать? Творить добро? Ну, а кому? Людям? Нужно просто, наверное, выходить к людям, да? И интересоваться, чем люди живут, и помогать да, людям. Да, слава Богу, спасибо большое. А у нас еще одно объявление, Оксана, включите, да, насчет Рездиаса. Еще раз напоминаю, что у нас с 17 по 20 октября будет Тресдеас. Это три дня погружения в Божию любовь. Это три дня переживания Божьей любви. Поэтому, кто еще не был на Тресдеасе, можете подойти к Леше. Леш, можно тебя, да? К Алексею, да. И он даст вам ссылку для заполнения анкеты на Тресдеас. Да, и сегодня, пожалуйста, все, кто были кандидатами Трездеса хотя бы один раз, давайте мы через 15 минут здесь соберемся ненадолго, хорошо? Чай попьем и здесь соберемся, поговорим. Те, кто уже ездил на Трездеас. Ну что, давайте помолимся за финансы, да? Еще раз скажу, что в следующее воскресенье